В эфире новости на 9 канале, в студии Анна Семенова. Здравствуйте. У православных верующих крещение в храмах после праздничной богоявленской службы совершили чин великого освящения воды под проливным январским дождем вместо крещенских морозов. Такой погоды в середине зимы старожилы и не припомнят. Струями с неба окроплены были все, и те, до кого не долетели капли святой воды в конце службы. Считается, что набранная в этот день вода обладает особыми целебными свойствами. Ее можно хранить весь год. Современные пастыри призывают набирать крещенскую воду в небольшие бутылки, ведь при необходимости ее можно разбавить обычную воду, которая также станет освященной. Традиция приходить за святой водой буквально с канистрами с советских времен, когда верующим действительно приходилось запасать святыню. Они не знали, попадут ли через год на богослужение или храм окажется закрыт.